Всем здравствуйте. По категорическим просьбам моих зрителей попросили показать, как сделать визитку в программе Illustrator. Делаем сейчас визитку. Я сейчас покажу, как сделать визитку за 10 минут. Итак, открываем Illustrator, файл, новый. Стандартный размер визитки 90 на 50. Блит, то что будет за обрезанным форматом, я ставлю 2 мм с каждой стороны. То есть если у нас будет фон, он потом при сборке будет обрезаться после печати. Нажимаем ОК. Что нам еще надо? Нам очень важно сделать специальные поля для того, чтобы внутрь мы не выходили за рамки дозволенных с печатными нашими важными элементами, как текст, логотип, телефоны. Нажимаем. Ширина у нас по 4 мм вовнутрь, то есть это будет 4 слева, 4 справа, 82 на 42 мм. То же самое сверху, снизу. Для того, чтобы мы смогли отцентрировать посерединке, вызываем Window, Align, Shift F7, выравниваем по Artboard, по нашему макету. Выравниваем по середине и по вертикали. По горизонтали и по вертикали. Короче. Дальше. Правой клавишей Make Grids, для того, чтобы сделать направляющие. И залочим их. View. Grids. Grids. Log Grids. Или он Alt Control. Точка с запятой. Окей. Вот у нас есть текст. Компания Рога и Копыта. Иван Иванович Иванов. Ctrl-X. Давайте не будем Ctrl-X делать, просто скопируем. Помещаем. Это у нас текстовый фрейм. Разделяю их. Главный директор он у нас. Телефоны оставляем. Шрифт, наверное, очень большой. Изменить его можно, когда мы выделяем текст. То вверху у нас есть. Давайте 9, а потом посмотрим, что можно дальше сделать. Ага, обратите внимание, это у нас текстовый фрейм. То есть нам, я бы все-таки заменил на, когда мы рисуем текст, это фрейм. Когда мы просто, это подряд идут. Просто кластерим текст, подряд идут. Итак, компания Рога и Копыта здесь. Иван Иванович Иванов будет здесь. Подпишем его главный директор. Выбираем шрифт. Например, Bold Italic. Это делаем, например. Я беру стандартные шрифты. У вас могут быть другие. Но сейчас, допустим, на компании Рога и Копыта я выберу другой шрифт. Нажимаю на шрифт. Обычно в не самом низу мы видим после китайцев, корейцев, японцев, мы видим русскоязычные шрифты. Вот, допустим, компания Рога и Копыта. Замечательно. Как-то не айс будет, если будет визитка без логотипа. К сожалению, у меня нету логотипа компании Рога и Копыта. Ну, давайте пофантазируем вместе с вами. Я думаю, когда вы будете делать кому-то визитку, либо вы за отдельную плату нарисуете логотип, либо вам предоставят в формате достойном для вас. То есть в векторном виде. Вы могли разместить на визитке. Итак, что у нас тут? Допустим, Рога и Копыта. Да, выбираем спиральное. Spiral Tools. И нарисуем такие импровизированные рога.
Так, это есть. Выбираем цвет линии, например, да. Есть такой замечательный тулз ширина, и делаем ширину. Это в иллюстраторе, я не помню, с какого он начал появляться, но прикольная тема, я вам скажу. Ну, замечательно. Вот у нас появился логотип роговых копыт. Нормально, да? Изменим шрифт текста. Можно даже такой. Так. Ну, в принципе, все. Даже если обратить внимание, мы это все сделали за 5 минут. Хорошо, у нас остается время. Делаем разные варианты. Заходим в Document Setup, Edit Artboards. Тут надо заметить, что я бы вам советовал работать с артбордами, отключая, то есть Gwids, мы уберем лог, чтобы вместе с ним оно дублировало. Нажимаем Alt, Shift, советую, чтобы оно не гуляло, и помещаю дубликат нашей визитки. Например, мы сделаем фон, для чего нам нужны были эти наши блиды. Фон, раз, Object Arrange на задний, на задний план, Send to Back, делаем из нашего текста белые буквы. Вайку, и вам привет. E-mail. Ну, в принципе, все. Здесь мы можем какую-нибудь, да. Хорошо, давайте поступим по-другому. Document Setup, Edit Artboards. Сделаем еще какой-нибудь вариант. Давайте. У нас еще есть 3 минуты. Давайте. Изменим, например, шрифт наших роговых копыт. В самом низу, помните? Обычно компания рога и копыта. Тоже ничего, шрифт. Давайте сделаем его красным. Это можно сделать черным. Рога и копыта сделаем черным. Иван Иванович, Иван, вы же мрачно. Давайте хоть сереньким сделаем. Ну, красным не фигня получится. Давайте так хотя бы примерно. Еще сделать. О, здесь вот линию забыли мы поставить. Без линии совсем некрасиво. Давайте одну такую красивую. Шириной, допустим, 2 пункта. Alt. Дублируем. Здесь делаем 1 пункт. Так как это у нас далеко, чуть-чуть ниже, допустим. Вот. Сильно большое расстояние. Сделаем так. Все. Видите, мы за 10 минут сделали 3 вида визитки. Что кому непонятно, пишите. Может, я что-то быстро объяснил. В следующем уроке я покажу, как их разместить для печати. Все, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Пока. Удачного вам дня.